Здравствуйте. И позвольте затронуть самую эрогенную зону нашего богоспасаемого народа. Сегодня мы будем говорить о деньгах. Ожидать ли нам финансового, экономического или банковского кризиса в России в ближайшее время? Вот тема нашего разговора. Мой сегодняшний собеседник, старший экономист Института энергетики и финансов, кандидат экономических наук Антон Табах. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Первый вопрос сразу же. Что случилось с Мастербанком? Ну, можно ответить в стиле нашего глубоко уважаемого верховного главнокомандующего, что он утонул. Но это будет отражена не вся полнота картины, потому что на самом деле это пример, на мой взгляд, теоретически правильных действий Центрального банка, сделанных в достаточно неправильной форме, и от которой пострадало очень много граждан, как по делу, так и не по делу. Соответственно, то, что проблемы в Мастербанке имеются, было известно давно, не только на уровне слухов, но и на уровне предписаний Центрального банка, но почему-то вместо того, чтобы ограничить прием вкладов населения, произвести другие стандартные меры, которые предусмотрены банковским законодательством, Центральный банк решил рубить с плеча и 20 ноября отозвал лицензию. При этом также высветила проблему системы страхования вкладов, что если вклады населения застрахованы 700 тысяч рублей, то вклады индивидуальных предпринимателей и текущие счета и благотворительных организаций не застрахованы. К сожалению, именно можно сказать, к сожалению, потому что слово «хорошее» здесь неприменимо. Хороший пример – это пропавшие 2,5 миллиона рублей на хоспис в Екатеринбурге у Елизаветы Глинки, известного доктора Лизы. Соответственно, дальше как бы сам процесс уже действует по стандартной накатанной плоскости. Агентство по страхованию вкладов выбрало Сбербанк и ВТБ для выдачи компенсаций. Процесс идет, вклады свыше 700 тысяч рублей будут получены в результате банкротства, и как подсказывает опыт хорошо знакомых мне банкротств СБС Агро и Инкомбанка, уровень возмещения будет 20% в лучшем случае с высокой степенью и меньше, и займет это от полутора до нескольких лет. Поэтому, ну что можно сказать? В принципе, другая проблема, что в результате банкротства Мастербанка и выплат по вкладам резервы агентства по страхованию вкладов уменьшатся примерно на 1/6, которые сейчас как бы сильно уменьшились. Послушайте, Антон, но ведь у нас ничего не происходит без ведома самого. Тем более, что родственник Владимира Владимировича работал в Мастербанке. Он там, по-моему, в совет директоров входил. Да, входил в совет директоров, хотя, опять же, родственник не самый близкий, но все-таки родственник. Поэтому тут как бы вопрос философский. То, что высшему руководству было известно о принятом решении, это никто не скрывает, потому что глава Росфинмониторинга и глава Центрального банка посещали верховного главнокомандующего накануне, ну, вернее, я не помню, было ли это накануне или за несколько дней до принятого решения, и как бы пресса сообщала, что проблемы Мастербанка там обсуждались. Скажите, а ожидать нам все-таки полномасштабного экономического банковского кризиса? Что будет с деньгами? Надо разделять полномасштабный банковский и полномасштабный финансовый кризис, потому что в случае банковского кризиса экономический кризис. В случае экономического кризиса с деньгами может происходить всякое. Например, могут резко вырасти процентные ставки, и живые деньги станут резко привлекательными, если при этом спасают банки. Пример, 2008 год, когда было принято стратегическое решение спасать банки и вкладчиков, никому не дали умереть, и в результате вкладчики оказались главными бенефициарами, потому что свои депозиты под условно 7% они уже перевносили в банки под 15%. Просто потому, что такая произошла ситуация. Экономический кризис уже идет. Идет рецессия. Соответственно, причем, наверное, первый раз рецессия вызвана внутренними причинами, а не каким-то внешним шоком. Как раз и в Европе-то все вроде нормально. Ну да, то есть в Европе, в Соединенных Штатах начался выход с разной степенью, с разной скоростью, но, условно говоря, новости идут хорошие. В Японии вообще на фоне того, что творилось последние 20 лет, экономический бум, но Юго-Восточная Азия и Австралия вообще никак не пострадали. У нас проблемы внутреннего свойства, можно о них долго говорить, но самое главное, что на таком фоне неоткуда взяться бурному росту банковской системы, к которому все привыкли. Но ведь у нас Соответственно, сейчас банковская система дала по тормозам. При этом, если посмотреть на то, за счет чего жили банки, особенно второго эшелона и потребительские последние несколько лет, это рост потребительских кредитов, совершенно как бы бурный, поддерживаемый со всех сторон, им возвращение к спекуляциям даже не на рынке ценных бумаг, а с
ценными бумагами. Яркий пример – рынок репо, малоизвестный широкому населению, но крайне важный для банкиров. Собственно говоря, эта ставка на рынке репо важнее ставки рефинансирования. И если как бы и ломбардный список Центрального банка. Соответственно, если у банка есть ценные бумаги, входящие в ломбардный список ЦБ, они могут в Центральный банк их принести и получить под достаточно разумную процентную ставку. Она рыночная, но ниже, чем по всем остальным, потому что здесь есть залог. Соответственно, эти деньги получаются, что банк с ними делает? Он начинает заниматься арбитражом, то есть арбитражом не в судебном смысле, а в финансовом. Соответственно, получает деньги под 5,5%, сейчас 5,5%, и может их вложить, например, в облигации банков третьего эшелона, но входящие в список Центрального банка. Это уже под 11%. И на эти, как в известном анекдоте, на эти 2% и живет. Основная проблема, что если Центральный банк начинает закручивать гайки, сокращает ломбардный список, или если повышается процентная ставка, вся эта пирамида начинает двигаться. Вот сейчас через репо и ломбардный список заложено порядка 60% ценных бумаг, в принципе, могущих попасть в этот ломбардный список. То есть банки этим активно промышляют. Опять вернулись зеркальные сделки, хотя их меньше, чем до кризиса. Это когда мы с удивлением узнаем, что два банка выпустили абсолютно идентичные выпуски облигаций в один день. Никаких новостей о том, что их кому-то продавали, никаких инвесторов, никаких роуд-шоу и предложений. Что это такое? Банки ими поменялись, после чего бодренько пошли в Центральный банк, поскольку эти бумаги соответствуют критериям ломбардного списка, получили с определенным дисконтом эти деньги под низкую процентную ставку, и дальше, соответственно, продолжают играть на рынке ценных бумаг. Этого стало меньше, но это опять появилось. А насколько глубок будет экономический кризис, на ваш взгляд? Экономический кризис – это вопрос философский, потому что государство сейчас активно пытается оживлять экономику при помощи различных стимулирующих мер. Основная проблема, что для банковской системы эти стимулирующие меры могут оказаться, что называется, скорее негативными. Например, если все стимулирующие меры или преимущественно все пойдут через государственные банки, которые у нас и так составляют больше 2/3 банковской системы по активам, если просуммировать, это не считая банков, принадлежащих администрациям и окологосударственным финансово-промышленным группам, то в результате произойдет еще большее огласовление банковской системы, что на самом деле не есть хорошо. Ну и последний вопрос, это уже прямо от души моей для народа. Куда людям нести деньги? Опять в 3-литровые банки солить? Ну как, в пределах 700 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте пока в практически любой банк. АСВ еще не исчерпала свои резервы, хотя если там год назад можно было говорить, что резервы АСВ достаточны практически для любых проблем в банковском секторе, то сейчас, видя, как они быстро сокращаются, то есть за одну осень этого года из 240 миллиардов ушло 60, соответственно, можно себе представить, что будет, если те банки, которые сейчас находятся под пристальным надзором ЦБ, прекратившие платежи, мы как бы уже слышали, Смоленский или банк БПФ, который прекратил обслуживание населения, но у него еще не отозвана лицензия, и вполне возможно, что его не будут ликвидировать, а будут санировать, то есть вкладчикам-то это как раз хорошо, их никак не затронет, то, грубо говоря, надо следить за тем, что происходит в АСВ. То есть сейчас вкладчик должен быть бдителен. Насколько правильная информация, которая дошла до нас на уровне слухов, что из 800 банков Центробанк оставит всего лишь 200? Это не, что называется, это не слухи, это скорее попытки, действия Центрального банка сейчас очень напоминают то, что делал Национальный банк Казахстана из близких к нам стран в течение последних нескольких лет, вернее, не последних нескольких лет, скорее в начале 2000-х, когда из 200 банков у них осталось 40, они себе сильно облегчили жизнь в плане регулирования, и Центральный банк тоже, в принципе, стремится к укрупнению банковской системы. Это декларируется, понятно, что нет никаких точных цифр, что там из 800 банков будет 200, точно так же, как со списком системообразующих банков, объявлены критерии, вот сейчас в них попали 14, может быть, через год туда попадет 18 банков, или наоборот 11. Но в любом случае, как бы повышение концентрации банковской системы нас ждет. Вопрос, за счет чего это будет происходить? За счет ухода мелких банков, которые фактически являются ответвлениями каких-то не очень крупных предприятий, их, так сказать, финансовой рукой, либо за счет ликвидации средних, вполне себе живых банков, бизнес которых поджирается как крупнейшими частными, так и крупнейшими
крупнейшими государственными банками. Плюс к этому важен вопрос о потребкредитовании, потому что есть группа банков, которые занимаются преимуществом потребкредитованием, финансируясь не столько с вкладов, сколько с облигационного рынка, в том числе и международного, и резкое замедление роста кредитования, это прямое последствие кризиса, очень сильно ударяет по бизнесу этих банков. Соответственно, вопрос, либо они смогут выжать дополнительные соки из своих клиентов, либо их зарегулируют до той степени, что их бизнес начнет схлопываться. Насколько это плохо или хорошо для экономики и для потребителей, вопрос тоже сложный, потому что это палка о двух концах. С одной стороны, раздувание кредитного бума хорошо для текущего роста экономики, с другой стороны, перекредитованность населения, то, что у нас примерно 10% заемщиков имеют 5 и более кредитов, а у некоторых уровень закредитованности превышает их доход, выплат по кредитам, эта ситуация ненормальна. Но как бы самая главная проблема, на мой взгляд, это уже от себя, и она относится не только к банковскому сектору, но преимущественно к банковскому кредиту, что у нас до сих пор уже много лет обсуждается, не принят закон о личном банкротстве. Нормальный и адекватный, потому что то, что обсуждается сейчас в Думе, это продукт во многом лоббизма банковского сообщества. Этот закон не направлен на то, чтобы был адекватный, пусть и тяжелый, выход из ситуации перекредитованности, как устроено американское и европейское законодательство на этот предмет. Потому что смысл этой процедуры, чтобы не было выжимания последних копеек, чтобы не было самоубийств, чтобы не было неадекватных действий коллекторов. То есть это законодательство, оно должно быть направлено на сбалансирование интересов банков и граждан. Вот у нас законодательства этого пока нет, поэтому выхода фактически, кроме петли или уклонения от исполнения обязательств, пока нету. И второе, то, что если закон будет принят в нынешнем виде, то он будет не сильно лучше сложившейся практики. То есть это будет тот самый, как сказать, волчий закон. Поэтому этот вопрос придется решать. Вопрос, кто и как его решит, он остается пока открытым. Хотелось бы, чтобы он был решен при этой жизни. Спасибо вам большое, да. Антон, за содержательную беседу. Что ж, наш народ, баблоносец, пускай просыпается, а тот, кто уже проснулся, смотрите «Политвестник».